до моего приезда во Вьетнам я слышала, я читала о том, что можно дешево и быстро сшить себе, ну, например, распрекрасное платье. А где искать этих чудо-швей? Насколько быстро, дешево и качественно они шьют? И для того, чтобы открыть вам все стороны этого вопроса, я решила пойти на эксперимент. Хочу сшить костюм на свою фигуру, к слову сказать, нестандартная фигура, плюс усложняю задачу, буду говорить партнерке, и это будет правдой, что по приезду домой после Вьетнама я планирую уменьшить себя в объемах и похудеть. Когда я въехала как раз вот в это место, я поняла, что Хайян – это просто какой-то мегацентр по пошиву одежды. И вам могут шить практически все, что угодно, буквально за ночь. Вы можете найти изделия в национальном стиле, можете выбрать что-нибудь по каталогам, которые у них расположены прямо в зале. Можете взять диск или там флешку с последнего любимого фильма и хотите повторить платье от Кардена, там, я не знаю, Зайцева и так далее. Любой каприз за ваши деньги. Стоимость зависит как от качества ткани, так и от сложности пошива одежды, смотря сколько в нем деталей и так далее. О, мой Бог! Because usually in Moscow I'm only car in the car. It's not sometimes bicycle, but it's bicycle is only village, Russian village. Хайян традиционно был местом проживания мастеров по пошиву одежды. И посмотрите, вся центральная часть города – это просто сплошное ателье. И ближе к центру концентрация этих ателье увеличивается. Пройти мимо них и не заметить – это очень сложно. Если вы желаете пошить себе какой-то костюм, платье и так далее, сарафан, вы можете зайти, здесь очень много лавок. Я вот, например, зашла, она называется Lana Taylor. Вы заходите, либо модель вам предложит, либо вы сами приносите то, что вы хотите. Далее снимают мерки и выбираете костюмы. Различные виды материи, то есть начиная из стрейч, хлопок, с подкладкой, без, все обсуждается еще на стадии того, как вы только приходите шить. После того, как все обсудили, договорились о цене и так далее, то есть наличие пуговиц, резинок, на какой высоте, какой длины и так далее, то есть обговариваются все самые мелкие детали. После этого вам объявляют цену, если вы согласны, пожалуйста, можете. Очень много здесь из Индии, я так думаю, что, ну, у нее люди не бедные. Есть и национальные платья, есть сарафаны. В общем, любой каприз за ваши деньги. Вот. Вот лами... Вот пьем. А это Ким, которая меня привезла. Вот она, Ким. Я ее тоже. Вот я тоже представляю. Вот она как раз хозяйка Red Flowers, именно там, где мы живем. Она меня и привезла на мотобайке. Сейчас я вам покажу. То есть вообще никаких проблем нет. Сейчас опять примерили. Мы посмотрели, куда мне нужно ставить пуговицы, какой длины меня не очень устраивает длина. Мы сделаем вот длину. Здесь я хочу вот такой валан. То есть вот на следующий день уже вот, пожалуйста, мы все это обсуждаем. Причем учитывая, что я похудею. Вот, ну так вот, посмотрите, цвет, все, по-моему, мне вот.
очень даже соответствует. Вот эти жиры, если убрать, то вообще было бы замечательно. Хорошо. А? Все? Да. И вот, ну, вот эти вот еще ткани. То есть я говорю, здесь можно пошить не только для женщин, но и для мужчин. Любой костюм, жакет, сарафан. No, for another girl. Me? Another girl. Uh-huh. Another people. Uh-huh. She also met the red dress. Mm-hmm. Dress what? Overlock. Ah, то есть и overlock, two machine и. Вон overlock. Где? Нет. А, вон overlock. А там тоже жуки. И тоже жуки. Смотри, какие нитки здоровые, да? Вообще. Hello. Good, how are you? Ну, красиво. Осталось только прорезать отверстие до пуговицы. Вот смотрите. Причем я им поставила непосильную задачу. Я сказала, что я худею на 7 килограммов минимум, поэтому надо шить с учетом этого. Мне сюда вставили резинку, которую я могу потом регулировать, уменьшая свой. Ну, отлично. Красиво. Вот красиво. Ну, наверное, надо платить. Ну, давай, да. На каблуках вообще будет красиво. На каблуках, да, все. Да, нет, нету high heels. Ну, да, то, что мне. А ведь чердес. Ну ладно, ну, что, все. Теперь надо вот так. Красиво. You know this? Yeah, okay. Button. Yeah, now I open the button, yeah? Mm-hmm. Okay. Ну что, платье? Ну да. And... Ну ладно, ты раздевайся. Yes, okay, so I will open the home button. You can look. Ну что ж, давайте посмотрим, к чему привел мой эксперимент. Ну что? Ну, еще дырок нет. Ну, они, наверное, сейчас сделают. Ну да, сейчас сделаю. Так вот мы собираемся поехать. Сначала мы одеваем маску, одевают шлем, перчатки. Несмотря на то, что на улице 30 градусов, в общем, да, вот такая полная экипировка. Смотрите, и самое интересное, что я увидела, для ребенка существует вот такой страховочный пояс. Сначала для того, чтобы пристегнуть к маме, ну или к папе. Да. What's your name? Ба. Вот, ее зовут Бо. Они прекрасно понимают уже все по-английски, говорят. Так, сейчас у нас будет процесс посадки. Вообще, конечно, удивительное, умилительное зрелище. Такие вот хрупкие девочки. Да. Ну и все, теперь мой черед садится. Hot, very hot. Вот, теперь вот пристегивается. Все, ребенок пристегнут, видите, вот как бы двумя страховочными тросами.
То есть полная безопасность. Да, окей. Вот такие шаттлы курсируют. Сегодня 11 февраля. 14 февраля будет День Святого Валентина. И уже на всех перекрестках появились цветы, в основном розы, может быть. Итак, время пошива. Тихо, молчим, садимся. Один день. То есть сегодня я прихожу и замеряю, и показываю, какой цвет из какой ткани и какие пуговицы мне нужны. А завтра в это же время я забираю. Но если вы очень сильно торопитесь, и вот прям вот завтра вам нужен самолет, который будет улетать в обед, вы можете прийти вечером, и вам за ночь сошьют то, что вам нужно. Вот они еще и по телефону разговаривают. С вами была Стрепуха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не пропускайте новые видео.